минутка знаний от доктора Инны Березовской в любое время и в любых условиях. Когда ваш врач говорит вам, что у вас какая-то там степень чистоты или грязноты влагалища, и вам срочно нужно его вычищать, чуть ли не до стерильности, оставить только лактобактерии, я советую вам задуматься. Влагалищная экосистема, она уникальная и динамичная. В ней обитает больше 100 видов различных микроорганизмов. А, кстати, у одной женщины обычно это от 5 до 10 микроорганизмов. Это и бактерии, это и вирусы, это грибки. Среди всем известных бактерий, это, конечно же, лактобактерии, хотя они есть не у всех. Это не считается патологией. Лактобактерии есть те, которые вырабатывают молочную кислоту, и те, которые не вырабатывают молочную кислоту. И, конечно же, кишечная группа, это кишечная палочка, энтерококк, клебсиелла, стафилококки, стрептококки и многие другие. Поэтому не всегда нужно спешить с санацией и вычищением влагалища. Упс!